Всем привет! С вами канал Бонсай сначала 65. Вот хочу показать гортензию. В том году выписывал тоже с сада Виктория вместе с вишенкой. В этом году она опять у меня зацвела. Смотрите, белыми. Вот она уже разукрашиваться начала. Сиреневые. Бутоны сирени, вот видите. Вот. Так что гортензия моя живая и цветет. 3, 4, 5 цветочков зацвела. В том году уже не помню сколько, в этом году она дала 5 цветочков. Так что живая гортензия. Я в дальнейшем хочу с ней сделать, наверное, бонсайчик, не знаю, как получится. Я в том году пробовал ее укоренять, она что-то не укореняется. Если в этом году буду обрезать, опять попробую на укоренение поставить. Пока она еще маленькая. Ну, первый год только. В смысле, как она, один год у меня все живет. На следующий год попробую или разделить куст ее, если не получится укоренить. Там вроде три ветки, попробую разделить. Она там корней нарастила уже, так что попробую. Я осенью ее обрезал, она вот дает, она цветет на свежих ветках. То есть вот свежую ветку выращивает, не прошлогодняя, а свежую вот, и на ней цветет. И видно, цветет, как она к солнцу стоит, той стороной зацвела. Ну, в общем, 5 бутонов, даже не нечетное количество. Сама знаю, сколько упускать. Умная гортензия. Красивые такие цветочки. Ну, конечно, в горшке тесновато, но все равно они хорошие. Бутончики дала такие пышненькие. Тот самый пышный большой. Ну, по крайней мере, меня порадовало своим цветением. Вот такой вот цветок гортензия красивый. Я выписывался. Она потом дальше будет сиреневая. Она сперва цветает белая, но запах от нее обалденный вообще. Аромат такой стоит. На лоджии даже заходишь, от нее такой аромат, такой приятный, нежный такой. Цитрусы немножко, они это самое, терпкие такие, жасминовый аромат. А это как духи, нежный такой аромат. В общем, приятный такой цветочек. Если кто-то хочет заиметь такое, наберите в Ютубе сад Виктория, сады Виктория, или сад Виктория, кажется, да, сад Виктория. И там вот саженцы продают. Я выписывал в том году вот гортензию и вишенку, которую я перед этим показал. И вот такие они выросли. Ну, хотел показать это самое, не то, что я как делаю бонсай, просто показать, похвастаться, как бы, какая гортензия, и живая она у меня все-таки и цветет. Всем все пока-пока. С вами был канал Бонсай сначала 65. Всем, кому нравится мой канал, подписывайтесь, заходите. Кому не жалко, поставьте лайк. Всем пока-пока.